Вот такой кальмар у нас получился. Весь процесс занял у нас не более 10 минут. Почистить, порезать и пожарить на сковороде. Смотрите, сейчас будет подробное видео. Второй рецепт, как пожарить кальмар с майонезом, будет в конце. Все, спасибо. Приветствую вас на своем канале. Сегодня я буду жарить кальмар. Как вы уже, скорее всего, поняли, будет короткое видео. Процесс готовки. Сейчас я его почищу, помою, порежу и пожарю. Можно с луком жарить, можно без. То есть можно перед жаркой не отваривать, можно отварить и пожарить. Можно по-разному. Смотрите, какой. До этого я его купил замороженный. Положил его в кастрюлю. В нем, кстати, было много льда. И он внутри нечищенный. Все, смотрим. Чистится довольно просто под холодной водой. Ну, то есть все очищается хорошо. Ну, есть три, скажем, вида кальмара. То есть вот эти вот они хорошо чистятся. Есть те, которые практически вообще не чистятся. Вот с теми гораздо сложнее. Можно помогать ножичком. Смотрите у меня видео, плейлист про готовку, как я чистил и жарил щупальцы кальмара. Здесь вот есть еще такая вот пленочка. Видите, вот эту пленочку желательно очищать. А то он будет как резиновый. Ну, у этого кальмара чистится она хорошо. И здесь не забывайте тоже, вот есть вот эта вот пленочка. Подцепляйте ее. И также снимайте. Бывает, да, он бывает долго чистится, а бывает, конечно, быстро. Кто-то эту пленочку не снимает, но он тогда получается немножко жестковат. Так, эту чистим и счищаем. Тут даже с пленкой счищается. Самое основное теперь внутри. Подцепляете ножом. Прорезаете. И там вот эта вот пластмасска, которую обязательно надо убирать. Она, не дай бог, можно подавиться, и в желудке она не растворяется. Особенно краешки ее остаются вот здесь. Я обычно так вот подрезаю. Ну, вот это вот выбрасывает. Обычно бывает в этих местах они ломаются. Эта пластмасска ломается. Вот видите, смотрите. Подцепил тоже пленочку. С этой стороны она тоже есть. Так что убирайте ее. Пленочку я тут снял. Вот видите. Целый.
или может быть даже поломался внутри. Так что аккуратнее будьте. Вот он поломался. Кишки все. Так, такой момент. Если вы почистили кальмар по каким-либо причинам, допустим, как я вот не хочу сейчас его готовить, то быстренько его убираете в пакет и замораживаете. Если вы, к примеру, купили замороженный кальмар, больше суток в воде не старайтесь его держать, и то сутки много. Лучше по минимуму. Но у меня сутки кальмар лежал, потому что я проверял, и в воде лед был. А так, это же кальмар белок. Если он свернется, то можно сильно отравиться. Так что вот сейчас я положу в морозилку, и когда уже захочу готовить, достану, положу в кастрюлю, в холодную воду, он разморозится, и буду жарить. Оставайтесь, смотрите. Достал я кальмар, разморозил его, промыл еще раз водой. И теперь будем резать. Кальмар ложится на раскаленную сковородку. Васику достался кусочек, отлетел. Смотрите предыдущие видео, заходите в плейлисты, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если кальмар вот такой, как этот, толще, то я обычно режу потоньше. А если кальмар тонкий, то режу широкими кусками, чтобы сильно не ужарился. Марсик ворюга несусметный. Не чавкать. Вот столько у нас получилось сырого кальмара. Когда пожарю, положу в эту же тарелку и посмотрим, сколько у нас получится. Жарим. Налил немножко, видите, масла. Сковородку поставил на средний огонек. Она раскалилась. Можно жарить с луком. Если с луком, то лук тогда вначале обжаривать. Я в этот раз буду жарить без лука. Кальмар выделяет очень много воды. Размешаю по всей сковороде. Видите? И сейчас накрою крышкой, чтобы лишняя вода из кальмара вышла. Потом буду перемешивать. 3 минуты у нас под крышкой пожарилось. Смотрите, сколько у нас воды. Видите? Я думаю, даже вначале надо ложить без масла их, чтобы лишнюю воду отдали, а потом уже масло наливать. Ну, все же, я сейчас эту всю воду вылью, налью буквально немножко масла и буду их уже обжаривать. Ну, смотрите, вылил я жидкость, сейчас вот немножко буквально масла.
и размешиваю. Их буквально уже можно 2-3 минуты обжарить, и можно уже есть. Но я сейчас на минуту закрою крышки, чтобы еще немножко водичка была, потому что я люблю с водичкой. Но когда начинает кальмар щелкать, то он уже готов 100%. Водичку кальмар не дал. Надо было в предыдущий раз его под крышкой меньше держать, чтобы изначально меньше жидкости выделило, слить, и потом еще жидкость. Все, солим. Полторы минуты еще у меня под крышкой был кальмар. Все, кальмар наш стрельнул. Слышите, значит, он пожарился. Положил в эту же тарелку. Видите, какой у нас получился кальмар. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Смотрите плейлист про еду и готовку. Там у меня есть много видео про щупальцы кальмара, про чистку кальмара, когда даже кальмар с головой, и многое другое. Плюс бонусом второй рецепт готовки кальмара с майонезом. Вот видите, я забыл, я для себя с майонезом обычно делаю, а тут я забыл. Хорошо, что не убрал сковороду в данный момент. Так, смотрите, в общем, ложим майонез. Ложку майонеза. И перемешиваем. Здесь надо очень, самое главное, быстро перемешивать. И обжаривать недолго, максимум минуту или около минуты, чтобы майонез не свернулся. Как только он начинает сворачиваться, он желтеет, выделяется масло с майонеза, то сразу выключаете, потому что пережаренный майонез, если кто ел, знает, он довольно совсем невкусный. Это хорошо заметно по краям сковороды. Может, минуты полторы надо обжарить, но недолго. Все, кальмар начинает наш стрелять. Начал, видите, желтеет майонез, очень хорошо видно, и выключаем.